Всем привет еще раз. Меня слышно, видно, слышите, были. Сегодня у нас среда, посвященная красоте и нашей замечательной продукции Арифлейм. Традиционный семинар у нас проводится по средам, посвященный красоте. Тем более, что через праздник это очень актуально. И так как у нас сейчас заканчивается такой замечательный праздник из столов, мы по нему еще раз пробежимся и уже поделимся своими впечатлениями о том, что мы заказали в этом каталоге, что уже успели попробовать. Сегодня у нас замечательная команда, мы растем в своем количестве, наши спикеры увеличиваются, девчонки присоединяются, спасибо всем огромное, кто откликнулся, вы молодцы, некоторые сегодня будут дебюты, и девочки, вы попробовав, непременно вы хотите вновь выступать. По себе, значит, я боялась, мне как мне сейчас нравится. Итак, начнем. Сегодня у нас будут выступать я, Елена Лукоянова, кто не знает, я мама двоих деток. На фотографии у меня вот с левой стороны мой старший сын и мой крестник. А младший сын у меня вот здесь со мной, в онлайн. Потом выступит Алексей Мерцова, мой партнер, самый такой главный, моя первая линия. У меня тоже двое деток, старшему 5, младшему дочь 4 месяца. Вот. Потом Витя Страфонтова выступит, тоже мой активный партнер. Я очень рада, что она у меня есть в команде, пришла она у меня через интернет. И вообще я очень рада, что она у меня есть. Витя, спасибо тебе за все. За свою работу, за свои старания. У Лин тоже есть маленькая дочка. Годик есть всего. В декабре вот был. И, конечно же, Даша. Выручит нас сегодняшнюю встречу. Даша у нас активный партнер. Молодая, веселая девчонка. Всем пример. Мы там вообще тем более даже у нас, нам всем, у кого уже есть какие-то результаты, то учиться у нее, позитива у нее, и, в общем, ее вообще, ее взгляды на жизнь, так скажем. Плохо слышно, но у меня вроде максимум. Ой, да ладно, дальше, это не правда. И у кого-то еще плохо слышно, кроме Лиля? Продолжаю спика, но у меня как бы, наверное, колонки у меня тоже. А, сейчас попробую микрофон прибавить. А сейчас как? Лучше, не лучше? Ага, все, супер. Низу микрофончик у меня был убавлен. Все отлично. Итак, начнем. Начну я, и начну я вот с этого, с моей маленькой мечты, связанной с компанией. Как я вообще, каким я восхищением и какой-то даже по-доброму зависти слушала девчонку, которая только пришла в проект, Лилю, Ане Салимову, как они вкусно рассказывали о продукте, как мне хотелось все это попробовать, но как-то я не могла себе позволить себе купить набор кремов за 3000. Сейчас, когда у меня зарплата, я сразу же, как только у меня появился вопрос, я вот в этом каталоге взяла этот набор, и сейчас я вам его даже покажу. Сейчас малыша покажу. Вот. Во-первых, это умывалка. Умывалка отсвечивает, конечно. Ну, такая пластиковая умывалка с дозатором. И тоник отсвечивает. Ну, на слайдах это видно, просто я вам хвалю, потому что у меня это все есть. Умывалка вообще, знаете, насколько качественный уход в этой серии. Я вообще просто не пробовала ничего в жизни такого вообще потрясающего, как вот раз. Когда я собрала себе Optimus, тоже мне очень нравилось, но коллаген это вообще ни с чем не сравнимое, такое вообще ощущение невероятное просто.
Я никогда раньше не использовала сыворотки. Сыворотка – это вообще все. Кто ни разу не пользовался, это вообще вот она такая небольшая. Тоже с дозатором, очень удобно. Она очень густая, и текстуру свою ее нужно наносить после очищения и тонизирования перед кремами, ночным или дневным. И она настолько насыщенная такая, кожа моментально становится упругой. Вот, просто вообще невероятный эффект. Потом крем вокруг глаз, он с роликовым таким металлическим шариком, он массирует веки, охлаждает и очень приятно при нанесении крема круговым движением вокруг глаз, то есть наносить какой-то массаж и в то же время нанесение крема. И дневной и ночной крема, даже вот если сравнить с другими сериями, да и упаковка только чего стоит, настолько дорого все выглядит, этот набор просто очень крутой. И я вот взяла за почти 2900 его, и вот в следующем каталоге я посмотрела, он уже где-то на 1000 дороже идет, даже уже по нашим ценам. То есть я успела урвать выгодно, скажем так. В общем, пользуюсь, получается, я с 23 числа, недельку, да, даже меньше, ну да, недельку. И уже ощущаю такие невероятные ощущения, мне кажется, уже даже мимические морщинки вокруг глаз сократились. Ну, у меня такое ощущение. То есть мне 30 лет, это серия 35+, в принципе, я считаю, что она уже 30-летним вполне подходит. Классная серия. Очень рада. Спасибо компании, спасибо вообще команде и наставникам за то, что у меня появилась такая возможность дать себе такие крема, потому что вообще раньше, и я не думаю, что если бы я не пришла в Oriflame, что у меня была бы возможность такого качества взять себе эту серию по уходу за лицом. Очень рада этому. Вот. Пойдем дальше. Дальше у нас вот такой наборчик у нас сейчас. Каталог еще 3 дня. Он действует. И вот такой наборчик, если прошли мимо, вообще классный. Средство для снятия с глаз водостойкого макияжа. То есть он обычный макияж, вообще снимает легко и просто. И она такая маслянистая, эта жидкость. То есть глазки вообще не травмируются нисколько. И вот такая вот, вот такой вот гель для роста ресниц и бровей. То есть после того, как снял макияж, наносишь ее на реснички, на брови, и она ухаживающее действие дает, и реснички должны расти, становиться темнее. Кто пользовался, уже говорят, что эффект есть, Лиль нам говорила. Вот. Так что не проходите мимо, набор очень выгодно брать. Я просто хотела вообще это средство для снятия косметики взять, а потом увидела, что набор, и решила взять все сразу. Дальше идем, дальше вот такие вот у нас выгодные супермега акции. Это интимные гели и гель для душа в нашей серии Discover, которые новинки у нас. Вот этот аромат, сакур вообще классный просто, вот, открыла. Вообще, здоровски просто, он так пахнет невероятно. Я в какой-то молодых березовых листочках даже не напоминаю почему-то этот аромат. И мужской, то есть цитрусовый, я думала, он такой ярко выраженный, а он такой прям нежный, цитрусовый, какой-то хвойный как будто бы запах. И очень-очень похож на мужской парфюм. Я отойду немножечко от этого слайда. Я вот мужу взяла из сайта Форд по подарок в этот раз. Он не такой нежный, как Дим Билан, вот голубенький. Но вот они почему-то вот с этим гелем для душа вообще перекликаются. Настолько похожие ароматы. Я была удивлена просто, когда открыла гель для душа сегодня, мы еще и не пользовались. Ну, я его сейчас в ванну поставлю и будем пользоваться и парфюмом, и гелем одновременно.
Вот, и вот эти интимные гели на прошлой неделе я заказывала последний заказ, отправляла последний раз на прошлой неделе. И вот на складе же были вот эти два, которые на картинках. Классные интимные гели, освежающие уже в лед разобрали, и может быть появился, может быть нет, но сначала вот магнолия пропадала, потом магнолия появилась, освежающий закончился. Тоже классно, у меня эти гели столько заказали в этот раз. Даже кто не хотел заказывать вообще ничего из каталога, я эти гели предлагала настолько, сама была потрясена вот этой ценой. Я говорю, берите, там у меня женщина одна, которая вообще ни разу не заказывала у меня ничего, а рекламом не пользуюсь, не тратит и т.д. Она у меня взяла 3 штуки этих гелей. Я говорю, вы на подарок, нет, все себе. Вот, и так, мыло, по-моему, я не достала. Ну, мыло, ладно, мыло Discover вот это. Ну, так же пахнет вкусно, как и гель. Очень классно. Мимо проходить эти факты не стоит. Ой, секундочку. Это еще пару слов скажу и потом Альчике микрофон передам. Еще я воспользовалась акцией нашей весенними парфюмами, взяла себе Enigma. Еще взяла Divine Idol, ну это я пока оставила, а вот Enigma открыла. И настолько вообще тоже классный аромат, у меня парфюм закончился. Мне он очень понравился, он все такой сладенький, вчера брызнула на ребенка, до сих пор пахнет одеждой, тот же отделя. Вообще классный, короче, аромат на себе обычно мало ощущаешь, а со стороны это прям этот, очень-очень хорошо чувствуется. И взяла пробники новых парфюмов, которые ожидаются на следующем каталоге. Это вот с запахом сирени и вишни. Я как-то скептически относилась к цветочным ароматам, вот настолько ярко выраженным. Думала, что сирень это прям, ну, как у нас были раньше, цветы России, типа того, вот эти запахи. Я заказала себе пробнички этих ароматов. Думаю, буду дарить их, подарочки вкладывать. Сейчас вот кто у меня заказы будет получать клиенты. И вчера нанесла себе эту сирень вишню на две руки. Настолько сирень мне понравилась. Вишня какая-то сладковатая. Сирень прям такой яркий аромат. Прям напоминает какие-то школьные годы, когда учителям приносили вот эти букеты сирени. Стоял аромат на весь класс. Вот какие-то ностальгические ощущения. Я прям загорелась и хочу взять себе эти оба аромата, буду прям людям показывать живьем, чтобы люди смогли прочувствовать вот это, ну, насколько классный аромат. На весну прям идеально. Сама буду пользоваться и рекомендовать. Вот, ну и я, наверное, все. Сейчас Альчике передам микрофон, Аля, готовься. Меня видно? Всем привет! Меня зовут Алевтина Рубцова. Мы сегодня вдвоем будем вести с дочкой. Ой, подожди. Я не знаю, как сегодня буду вести. Но стараюсь. Хочу вам сегодня рассказать. Меня слышно? Хочу вам сегодня рассказать про Screen Pro. Вот в этом каталоге я сегодня... Хорошо. В этом каталоге я заказывала себе Screen Pro. Вот. И очень довольна. Очень понравилось. Спасибо. И как она так наносим... Спасибо, Наташ. Волнуюсь, конечно, первый раз здесь. Вот. Как попробовала Screen Pro. Вначале лицо наносим водичкой, потом наносим
молочко очищающее, и массирующим движением мы массируем Skin Pro. И так, после этого так хорошо, лицо мягкое, очень нежное. В общем, очень понравилось. Я очень довольна. Никак, с маленьким ребенком, никак сегодня. Так, вот она у меня здесь. Она, все уж видели, все. Вот она. Видно всем? Я с телефона не могу поймать. Ну ладно, в общем. Потом я вам хочу вам сказать про лаки. В этот раз тоже приобрела, но суперские лаки, они так хорошо ложатся. И, в общем, в чем фишка? В том, что они быстро сохнут, очень быстро, моментально. И вот в четвертом каталоге еще хочу все цвета заказывать для себя. И каждый день краситься новыми и новыми. В общем, тоже попробуйте. Очень красиво ложатся. Вот. Что еще можно сказать? Я не вижу. Хочу вам еще рассказать про тоналку Джордани. Я сама пользуюсь Джордани, но не буду показывать, уж видели. Хочу одну историю вам сказать. У меня подружка заказывает для себя тушь. Вначале тушь заказала, потом румяну. А потом решила тоналку. Мне тоналку надо. И вот, в общем, я ей привезла эту тоналку. Я говорю, давай попробуем намазались. Она говорит, Аль, давай, говорит, сама намажу и попробуем. В общем, в их глазах прям видела различие. Вот какая она была до этого и после тоналки. Вообще совершенно кожа хорошо наносится, и кожа вообще меняется в лучшую сторону, как будто помолодела. Эта тоналка она заказывала антивозрастную. Очень клевая. Вот тоже сама хочу антивозрастную тоналку. А у меня в данный момент Джордани роскошный атлас называется. Но в будущем хочу заказать антивозрастную. Вот. И вот девушка, это моя подружка, только заказывает тушь Джордани, больше ничем не пользуется. Объемная тушь Джордани. Вот. Больше ей ничего и не надо. В общем, тоналка суперская, хорошо ложится и никаких следов не оставляет. Я уже давно пользуюсь этой тоналкой. Джордани лик 12. И румяна тоже она заказала. Такая тоже суперская, ей тоже нанесла. И ей очень понравилось. Вообще, как будто она сама такая довольна осталась. Ой, мамочки. Вот как будто говорит, я помолодела. Я говорю, конечно, пользуйся Орифлеймом и молодей вместе с Орифлейм. Так и говорила. И всем так продолжаю говорить. Вот. И про одну вещь хочу сказать. Вот такая штука, это, я не знаю, сейчас в Орифлейм у нас есть или нет, это концентрированное средство против пигментации. У меня, когда после первого ребенка, у меня пигментации появились. Вот, и я что только не пробовала, что только очень много всего пробовала, ничего не помогало. А потом решила купить в Орифлейме вот такую штуку.
номер 18-977. Я не знаю, вот появилось, не появилось сейчас, есть или нету в Орифлейме, но очень хорошая штука. За неделю у меня пигментные пятна пропали. За неделю. В общем, помогает. Вот. О, круто, если есть, можно еще заказать. А то сейчас весна. Круто. В общем, у меня на этом все. Первый раз. В следующий раз лучше будет. Всем спасибо. Пока. Лен? Спасибо, Лена. Лен, привет. Меня слышно? Слышишь меня, нет? Привет, отлично. Так. Что я хочу рассказать? О. Орешницы. Я ведь тебе заказала в этом каталоге. Да, очень давно мечтала о ней. Так увидела. Она находится в специальном каталоге для премьер-клуба. Не могла пройти мимо нее. Сразу захотела купить. И вот буквально на днях ее заказ пришел. И я сделала первую партию своих орешков. Волнуйся. Да, очень крутая штука. И вкуснее даже получается, чем магазины. Намного вкуснее. Я хочу рассказать об этой орешнице. Очень удобная, компактная. Работает от пяти. Не надо стоять и плетли. Открывается, там много ячеек. 12 штук можно быстро это все приготовить. Занимает очень мало места, как я говорила. Здесь есть антипригарное покрытие. Очень удобно, не будет беспокоиться, потому что будут прилипать орешки. И после того, как приготовили, можно просто помыть тряпочкой. Так, наверное, лучше видно, да? А по цене она вышла 940, ну, 950 рублей, короче. Точно сумму не помню. Да, делала орешки, очень вкусные, всем понравились. Сразу махом кушали, ничего не осталось. И братья пришли, все забрали. Да, цена намного ниже, чем в обычных магазинах. Очень давно мечтала об этой орешнице. Я представляла, как буду с дочкой вместе готовить. Когда подрастет немножко. И вот моя мечта осуществилась. Так. Ну, что еще рассказать? Давай следующий слайд, не знаю. Тени. Жидкие тени The One. Protector Metallic. Вот они такие. Видно, нет? Так. Удобная кисточка. Очень. Уже с дозатором. Наносится на глаза очень легко. Глаза все ровно. Главное дать им немного подсохнуть, чтобы закрепились они. И потом уже можно ходить целый день с ним на глазах и не беспокоиться о том, как выглядит свое лицо. Не надо поправлять, в отличие от того, как учительные для меня. Я намазываю их с утра и пользуюсь до самого вечера, до самой ночи. Они у меня держатся. Для меня это была вообще находка. Обычно у меня есть такая проблема, когда хожу по улице, постоянно идут слезы, и все, весь макияж размазывается. А с этими тенями я очень... Уверена, как бы, могу даже не переживать ни о чем. Вот. Заказала себе цветом, забыла цвет уже, не помню, серые какие-то. Сейчас хочу попробовать какие-нибудь другого цвета.
Скорее всего, куплю даже все. Представь себе, для меня большая находка это. Да, очень хорошие. Так, Новый год, все, крем. Отлично. Крем ночной, Optimal. Знаете, что не видно, нет? Не так, что не видно, вот они ночные. У меня уже половина где-то осталась. Пользуюсь ими активно, очень нравится. Запах такой приятный, нежный. На ощущение, когда уже на палец берешь, уже такая мягкая консистенция. И когда наносишь его на лицо, знаете, ощущение, как будто в этом креме есть пузырёчки воздуха, и они похлопаются. Такие прикольные ощущения, мне очень нравятся. Так, что еще сказать? После нанесения кожа становится такой мягкой, нежной, она сразу дышит, сразу спать охота, не знаю почему так, или я просто устаю за день, но после нанесения ощущение очень приятное. Есть такое выражение, даже так, как полковое младенце, нежное такое, вот лицо можно сравнить с полковым младенцем, и будет, наверное, даже лучше, чем у нее. Не знаю, что бы еще сказать. Очень рада, что приобрела этот крем. До того, как прийти в Oriflame, очень долго искала себе крема различные. Они мне как-то не нравились, оставался чужой блеск на лице. Кожа абсолютно не дышала. Но с этим кремом все отлично. Всем советую, кто не пробовал. Вот так вот. Будем пользоваться и дальше продукцией. Очень люблю. Понравилось мне Oriflame-овская продукция. Ну, все, наверное, для первого раза хватит. Че, увидимся. Спасибо, Леля. Да, любовь навсегда, это точно. Спасибо. Всем привет. Как меня слышно, видно? А где моя презентация? Ждем сейчас, пока она подгрузится. Пока жду плюсиков. Отлично. Девчонки, да, хотела сказать. Лиля, Аля, молодцы, что выступили. Первый раз. Загрузи сама, хорошо. Пока гружу свою презентацию. Спасибо, блин. Хочу сказать, молодцы девчонки, очень хорошо выступили для первого раза. Молодцы, что преодолели свой страх, свое волнение. Это очень большой плюс, да, вам дальше для роста. И недаром говорят, деньги лежат на сцене, а наша сцена – это сейчас презентация. Это вебинар, поэтому всем советую, новички, не новички, кто еще вдруг ни разу не выступал, берите и выступайте. Потому что это важно для нас, знать не только наши собственные отзывы, но знать отзывы наших партнеров, и это важно для вас. Возьмите хоть пару минут на презентации. Волновалась, Лилия, понимаю, я тоже, кстати, вчера как раз присматривала свои первые выступления. Конечно, мы волнуемся, и это видно. Но это, знаете, нормально. Еще раз подчеркну, что вы большие молодцы, что сделали первый шаг. Так, вроде бы у меня загрузилось. Секундочку. Да. Теперь начну от своих. Хочу, у меня немножко, знаете, эта презентация будет разбита. Ой, не загрузили. К сожалению, красивым шрифтом у меня все было подписано. Не читала ваш чат. Лилечка, конечно, расскажу. Она у меня есть. Только доберусь до нее. Про помаду расскажу. Итак, хотела сказать о том, что я по блокам немножко сегодня решила сделать. Первый блок, хотя всего лишь один слайд будет, это аксессуары. Хочу обратить
внимание, не знаю, как у нас новички, не новички, не смотрела, к сожалению, чат, что у нас есть не только декоративные косметики, не только уход за кожей лица, но у нас есть аксессуары, у нас есть wellness, это здоровье. Обращайте внимание сами на это и обращайте внимание своих клиентов. Остановлюсь на своей любимой сумке, да, как ты ее, по-моему, уже показывала даже, что она вот она у меня есть, она у меня сейчас далеко. Только на слайде сумка, знаете, вот когда я ее показывала в каталоге, когда говорила подружкам, а, представляете, мне придет эта сумка, она мне вышла бесплатно, благодаря тому, что я в премьер-клубе. Минус скидка, плюс еще деньги клиентов, которые мне должны, она у меня вышла бесплатно, я поэтому подругам ее называю в подарок. Мне кажется, это правда. Ну, если бесплатно, а как еще в подарок от компании, я им говорила, ой, а мне такая сумочка приходит, придет. Они как-то не очень так восприняли, потому что, видимо, на картинке не передашь то, насколько она универсальная, элегантная и стильная. Потому что, когда я приходила уже с этой сумкой с подружками, когда наконец-то я ее получила, они такие, вау, я тоже хочу. И одна подружка у меня заказала, представляете? Она заказала в этом каталоге, вот сегодня-завтра иду выкупать заказ, буду ей вручать точно такую же сумку, будем с ней вдвоем ходить. А другая подружка у меня ждет в следующем каталоге, ну, немножко напряженной ситуациями. Поэтому ждем, когда сумка вернется, будем ей заказывать тоже. Что хочу еще сказать. Хвалите продукты Oriflame, то, что она вам нравится, да, показывайте аксессуары, показывайте помаду, тушь, все, показывайте, если вы пользуетесь тональником, потому что я вот так, например, тушь пять в одном, которую я просто куча целая взяла себе в новогоднем каталоге, там была акция, и я парочку флакончиков всегда тоже беру с собой в сумку, ну, мало ли, новый, да, вот не раскрытый, именно вот в этой пленке все равно. И что вы думаете, я прихожу, мы даже пришли к подруге маме, у нее там тоже есть дочь примерно моего возраста, мы не очень тесно общаемся, но хорошо общаемся. То есть, когда встречаемся, можем поговорить обо всем. И что вы думаете, в этот же вечер я тебе два флакончика, да, тушь, которую брала с собой, я их тоже продала. То есть я сначала разрешила Ксюше, как зовут девушку, попробовать попользоваться, и она осталась в восторге, и они у меня тут же и мама, и дочка взяли. Поэтому разрешайте пользоваться, хвалить, то, что у вас есть продукты Oriflame. Перейду к следующему. Здоровье. Да, как-то немножко все съехало на слайдах, надо. Ну и ладно, не страшно. Хочу рассказать вам про wellness. Очень давно обещала, что я рассказала об эффекте. Это не wellness, конечно, это комплекс витамины и минералы. У меня вот такой фиолетовый, потому что он тоже идет для женщин и для мужчин. У меня, соответственно, для женщин. Что хочу, вы знаете, если честно, заметила один эффект пока, но этот эффект для меня очень важен. Извиняюсь за такую деликатную немножко тему. У меня с детства почему-то так идет, не знаю, какие там у меня проблемы в организме, но нарушен стул, да, поэтому сказала, простите, что такая тема. И мне не помогают какие-либо слабительные, мне не помогают препараты. Ну, может быть, обратилась бы к врачам, да, узнала бы, что у меня, я бы, наверное, излечила. Или, как мне часто говорят, да зачем ты пытаешься найти какие-то препараты или очень... Мне советовали и для похудения, и для нормализации, да, вот этого процесса. Турбоцин, может быть, слышали когда-то, мне не помог. И вот у кого как, мне турбоцин не помог. То есть мне не помогает капуста, очень фальтон квашеный, свёкла, даже чернослив. Вот знаю людей, у которых все нормально с обменом веществ, что для них буквально 2-3 ягодки чернослива, и у них все прекрасно. После коктейля хорошо, Лили. Четвертый каталог меня ждет. Я уже забыла про эти проблемы. То есть, ну, вот даже чернослив, да, мне ничего из продуктов не помогало. Я бы начала пить витамины. И где-то через неделю я заметила, что у меня ежедневно, то есть, как у нормального, здорового человека. Я начала прокручивать в голове. Почему-то не сразу подумала на витамины. Я начала прокручивать. А что же я такого интересного, удивительного съела там вчера или вчера? И вдруг до меня доходит, да я ничего не ела такого, ну, вот из тех продуктов даже, да, которые сейчас вам перечислила. Я просто пила витамины. То есть для меня это огромный плюс, для меня это огромный результат, то, что я просто пью витаминки, которые, ну, там, например, свеклу, капусту я не люблю, да, ее еще надо заставить себе ходить. А здесь я просто пью витаминки, и у меня все прекрасно. У
мне это прям очень здорово. Поэтому, если вдруг я не одна тут с такими проблемами, берите. Я ее тоже взяла первым, кажется, в каталоге, когда были скидки. Мне понравился текст. Перехожу к следующему слайду. Супер, да, Наташа, я сама почитаю немножко слайд. Нет, а мне почему-то даже почитала, Лен, что ты правильно читаешь, мне почему-то даже продукт не смогла. А, девочки уже говорили, да, про серию Optimus. Вообще мне Optimus очень понравилась серия. У меня есть молочко серии Optimus, у меня есть пенка для умывания. И вот крем. Крем для нормальной комбинированной кожи. Тоже приготовила вам посмотреть. Наверное, вам не видно. Ну, на слайде это все прекрасно видно. Активный кислород. Девочки, мне рассказывали. Непронечно, мне дневной крем нравится очень. Хочу еще на что обратить внимание. Подбирайте очень правильные себе крема и вообще косметика. Ведь каждая косметика индивидуально. Ведь с чего кто-то думает, да, иногда просто когда рекрутируешь, бывает, ой, мне аллергия, ой, мне не понравился тип этого, того, и они отказываются из рук резко. С чего вы взяли, что косметика Ariflame панацея, что она вообще один и тот же крем может подойти для любой кожи? Это совершенно неправильно. Почему говорю об этом? Потому что я всегда думаю, если честно, что у меня сухая кожа. Поэтому я когда спросила совет о том, какой мне крем взять, естественно, что я сказала, что она у меня сухая, шелушится. Мне посоветовали крем для сухой кожи, оливу, если не ошибаюсь. У меня до сих пор есть этот крем, я им пользуюсь. Но вот так как я неправильно сама определила свою кожу, этот крем мне не подошел. У него очень жирная текстура и долго крем впитывался. Но я же не поставила крест, да, на косметике Ariflame, я понимаю, что он сама ошиблась. И это нормально. А вот этот вот крем, активный кислород, еще раз показываю, для нормальной уже комбинированной кожи, я от него просто в восторге. Мне очень нравится, он очень нежный. Я не знаю, он как будто и увлажняет, и питает, и кожа настолько мягкая, настолько гладкая, настолько бархатистая. Я прям очень полюбила этот крем. Спасибо, Лили, за то, что ты мне его посоветовала. Теперь буду пользоваться только им. Следующий слайд. И тоже серия Optimus, тоже уход за кожей. Это CC-крем. Он мне очень нравится. Я его использую, знаете, когда как. Это крем тоже для лица. Прочитала даже, за что, кстати, еще раз обращаю внимание, как-то обращала внимание в одной из своих выступлений о том, что мой теперь тоже ли любимчик, обращала внимание на то, что мне очень нравится, что есть инструкция. То есть вот, к этому крему тоже есть инструкция. И там сказано о том, что его можно использовать либо как вместо своего дневного крема, либо после крема, после этого крема. Я использую пока после, но тем не менее в двух случаях. Во-первых, я его могу использовать как легкое такое тональное средство, да, как легкая тональная основа, потому что он действительно выравнивает тон кожи и скрывает какие-либо мелкие недостатки. То есть если вы хотите выровнять тон, но остаться при этом максимально естественным, то есть замечательное средство. Вот вам тоналка не нужна, вот достаточно будет только этого крема. Вот когда у меня не такой бы яркий рассказ, да, как сейчас, не такая яркая косметика, я наношу просто этот крем, тушь, выделяю губы. Все, больше ничего. И я использую как второй вариант, как базу под тональную основу. То есть у меня с этим, только с этим кремом, правда, оговорюсь, потому что у меня еще тональная основа. Мне компания Ariflame не успела использовать, да, другую не успела пока приобрести нашу. Ну вот, это, кстати, тоже довольно известная марка, не буду врать сейчас, не буду путать вас. Но хочу сказать, что эта известная марка у меня не держалась целый день, пока я не приобрела вот именно этот крем. То есть, если я его использую как тональную основу, у меня тогда тоналка, да, держится прям целый день. Классный крем, берите, покупайте, пользуйтесь. Точно не пожалеете. Дальше идет тоже уход за кожей, но уже мужская серия. Я вам рассказывала о мыле для мужчины и о креме для бритья. А это теперь лосьон после бритья.
естественно, не сама пользуюсь, буду рассказывать о своем брате и его впечатлениях. Другой сайт, более красивый, вот так выглядит весь набор, который я подарила своему брату на мужские праздники. Рассказываю о бальзаме после бритья. Вообще, в принципе, он такими бальзамами не пользуется, потому что у него очень чувствительная кожа. Прошу прощения, очень чувствительная кожа. И у него после любого абсолютно, он что только не перепробовал, какие фирмы, какие марки, вот правда. И Эйвен даже как-то заказывал, в общем, все, что он перепользовался тем, чем только можно и нельзя. У него идет раздражение, у него идет жуткое жжение от любых абсолютных бальзамов и покраснение кожи. Он, правда, когда я ему сказала в каталоге, он такой, нет, мне не надо, все равно мне не подойдет. И вот до нашего бальзама, еле ли это правильно даже, не знаю, как сказать, как он правильно называется. Но я ему все-таки заказала, я думаю, попробуем. Очень хорошие отзывы, знаете, это... Ну, фантастически, да, это удивительно, ему он подошел. Он просто в восторге, он говорит, я не чувствую жжения. До этого он пользовался детским кремом, он такой даже от детского крема иногда бывает жжение, а здесь его нет, наоборот, благодаря тому, что, видимо, в состав ментола или что входит. Очень прекрасно, у него нет ни жжения, ни красноты, он с удовольствием у нас теперь бреется нашей пеной, да, и использует потом бальзам после бритья, да, поэтому у кого, вижу, Лена, что в чате, что... А, уже любит, соседу порекомендовал, да. Вообще, если вдруг у мужчин какие-то проблемы, смело рекомендуйте нашу продукцию, они останутся довольны. Уход за телом. Ну, это я так назвала, стенка. Я очень давно ее, кстати, ждала там в каталогах, и вот, наконец-то, она у нас появилась, я ее заказала. Она просто объемная, 750, огромный объем, как вам сказать. В общем, она очень большая, прям такая большая, что мне пришла. Наконец-то заказала, наконец-то попробовала. Во-первых, она прекрасно пенится, если именно струей воды, да, направить. Не просто так налить ванну, а именно под струю воды, чтобы, ну, она пенилась. Она пенится прекрасно. Знаете, у меня был восторг, как маленького ребенка, правда, когда я взяла в руки вот так вот, и вот так ее полопала. Она хрустящая, для меня это было каким-то открытием, правда, обычно же пена такая воздушная, ну, ее просто сжимаешь, и там лопается. А наша пенка, она хрустящая, как снег, и так прикольно чувствуется, как лопаются эти шарики. Ну, вот, правда, я испытала детский восторг от нее, как мячик пружинит, дарили. Поэтому и запах, конечно же, этот меняющий сладкий клубничный запах. Вообще, мне нравится все, что пахнет компания Oriflame. Буквально, даже если это не должно пахнуть, да, там крема, декоративные косметики, например, помада, мне все равно нравится. Закажите себе эту пену, побалуйте себя, вы останетесь довольны. Как просила Лилия, рассказываю о помаде Giordani Gold. Кстати, да, кстати, желаю себе, знаете, что мне нравится? Но это не первое, что мне нравится в помаде, да? Посмотрите, какой богатый флакон. Не просто какой-то пластмасс непонятного, да, какого-то цвета или прозрачного, а он золотой. Очень клёвый, я вам его сейчас открою. Я ей пользуюсь. Яркий, насыщенный цвет. Кстати, может быть, кто-то хотел увидеть, какой цвет именно вживую, ну, почти вживую, да, вот такого. У меня практически красный. Я люблю красную помаду. Поэтому взяла себе классический классный красный. Ну, он и классный, да, правильно говорил. По нашей акции в третьем каталоге к нему пришел карандаш. Карандаш, к сожалению, нет под рукой, длинный. Кстати, он довольно длинный, то есть его много. Длинный карандаш, с одной стороны которого сам карандаш, а с другой кисточка. Что хочу сказать о помаде. Цвет вы видите. Она на мне, кстати, на мне сейчас косметика практически все в компании Oriflame. Знаете, мне даже в последние дни вспоминается вот детство, почему-то, может быть, сейчас есть такая реклама. Знаете, фраза была «Все в восторге от тебя, а ты от Oriflame» в данном случае, в нашем случае. Итак, помада, она увлажняющая, то есть она настолько, ее очень приятно наносить и носить на губах. То есть я писала уже в обзоре, я не люблю помаду вот до этого, да, до этой помады, до помады Giordani Gold, я какие только не пробовала. Мне не нравятся, потому что они очень сухие на губах.
клетки, они все-таки более жидкие, что ли, не знаю, более увлажняющие, не знаю, как назвать, но я обычно пользуюсь клеткой. А здесь я нанесла эту помаду, она не сушит и она не стягивает губы. Это первая моя помада, которая обладает этими свойствами. Я просто в восторге, цвет мне, вы видите, он яркий, он плотный, учитывая, что видео еще забирает какие-то краски, можете себе представить, насколько яркая она в жизни. Но это у меня такой оттенок, да, вы выберете себе другой оттенок, который будет вам нравиться. Кстати, по поводу оттенков, вот следующий слайд – палитра. Эта помада, как вы видите, ее достаточно много. Цветов. Очень нравится то, как легла помада, очень нравится то, какой цвет, и то, что она увлажняющая. Еще, если не кушать, да, если не пить, то помада держится очень долго. Вот я с вами говорю, я еще могу часа 2-3 поговорить, а помада на мне будет сопровождана в своем виде. В общем, она очень клевая, ну, почти на это слово вам сказать, она очень классная, она очень дорого выглядит, да? Недорогая, в смысле, по деньгам, потому что акция «Пивосудная» в третьей каталогии, если вдруг кто-то загорелся, еще не заказал, обязательно скажите. Уникальная возможность. Я от нее в восторге. Я теперь только Jordani Gold, у меня иконы с стилем. Буду пользоваться этой помадой, куплю себе еще несколько оттенков. Перейдем к самому сладкому. Вроде бы, да? Да, это последнее, что у меня осталось. Это парфюмерия. Хочу вам, кстати, показать. Лавковый секрет, наша новинка, вот такой вот клёвый. Как вам его правильно повернуть? Вот такой вот клёвый, необычной формы флакон. И это всё только крышечка. Очень красивый, сама не ожидала. Вот, видите, я сняла, это только такая, как шляпка получилась. И он очень-очень вкусный. Я его, в принципе, захотела, но сомневалась по каталогу, но в жизни он нежнее, да? Он по-прежнему такой же сладкий, по-прежнему цветится клубничка, шоколад, но он немного нежнее, чем в каталоге. Может, в каталоге он более концентрированный. В общем, очень вкусный ароматик, если вы любите сладкие ароматы, закажите обязательно. Не пожалеете, тем более, если очень вкусный, нежный запах, сладкий запах, да. Ну и последний слайд, история моей любви, да, как я это называю. Я вам уже говорила о том, что я хочу. Я прям буду при вас открывать, ну, как бы открывать, да, потому что я им, естественно, пользуюсь, То, что я так долго ждала, я ждала скидки, я вам показала коробочку. А вот сам флакон. К сожалению, не передать вам... И прелесть, и то, как приятно, посмотрите, как украшено, здорово. Вот можете мне в чат написать, кстати, вот кто-то видел в других компаниях, в других духах, какое потрясающее оформление своего аромата. Я теперь понимаю, да, когда в чат Лили и Миша нам писали о том, что этот аромат нужно презентовать именно в оригинальном флаконе. Вот когда я его увидела, кстати, есть такой треугольничек, это не нарисованный, это выемка в самом флаконе, и очень здорово, очень приятно держать вот именно вот так вот, да, ну, большим пальцем, как будто специально под него сделано, он потрясающий, правда, вот я теперь понимаю, о чем они говорили, этот аромат, правда, нужно показывать не в пробниках, а именно в флаконе. Ну и теперь о самом запахе. Я его готова нюхать день и ночь. Я им пользуюсь только им, я так думаю, он у меня скоро закончится. Посмотрите, насколько эффективно я его использую. Потому что, вот, кстати, говорят, когда аромат тебе подходит, люди тебя чувствуют этот аромат, а ты сама себе не чувствуешь. Он мне подходит, потому что люди от меня чувствуют и говорят, ой, как вкусно, как здорово, а что это? А я-то от себя его не чувствую, понимаете, вот в этом минус того, что аромат, который тебе подходит, я своей кожи его не чувствую. И поэтому я так, видимо, много его уже использовала, потому что не хочется его чувствовать. Я на руки довольно часто наношу просто вот из-за того, чтобы чувствовать его самой. Ну, я думаю, у меня это наркомания по-другому не назвать пройдет, когда я использую весь флакон и буду уже нормальному, да, чтобы главное от меня идет шлейф, кстати, очень здорово, мне нравятся именно ароматы, которые не просто вот при близком контакте, да, с человеком, а просто
куда ты заходишь, или в каком-то расстоянии просто беседуешь, и от человека чувствуется аромат, возраст это именно такой. Что-то много слов, но никак не доберусь, да, что же это за аромат. Пауза такая. Он очень удивительный, он очень многослойный, если честно, я не знаю, как правильно сказать. Он сладкий, и в то же время, вот особенно при первом нанесении, при первой секунде, когда только его попрыгаешь, он сладкий, но в то же время тут же чувствуется нотка цитруса. Вот тот самый ананас. Но цитрус, знаете, не режущего такого, не режущего, а вот какого-то спокойно теплого цитруса, немного сладкого. И это еще это в самом сердце, а впереди какие-то другие ноты, которые просто создают очень не тяжелый, а насыщенный. Вот, насыщенный. Плотный, многослойный аромат, я вам не могу его написать, просто описать, просто увидите мои эмоции, да, кстати, впервые рассказываю об этом аромате на видео, вам повезло, наверное, то, что вы присутствуете, он потрясающий, недаром я влюбилась в него примерно с этой картинки, ну, немного по-другому была обыграна, и люблю до сих пор, я очень рада, что я его себе наконец-то заказала и просто использую очень-очень активно. Желаю вам, чтобы аромат понравился, может быть, не этот, вы можете какой-то другой аромат вам понравится, да? Просто доверьте себе. Вот если вам что-то нравится, чисто в каталогу на картинку, просто доверьте себе и закажите. Я уверена, вы будете испытывать не меньше восторга, чем я. Ну и закончу я свое выступление. Как всегда, я закончу его мотивашкой. Закончим мотивашкой из фильма «Легенда 17». Вы, наверное, уже устали, но пока вы фильм посмотрите, я не перестану вытаскивать оттуда. Оттуда фразы. Итак, мне кажется, просто к нашей планерке очень подходит. Главное — все делать честно и научиться быть счастливым. Да? То есть давайте мы, когда идем к людям, нам нужно быть честным. Нам нужно честно говорить о продукции. То есть говорите о том, что вам нравится, о том, что вы уже успели попробовать. И будьте счастливыми, да? Ищите позитив, счастье, какие-то радостные эмоции абсолютно во всем. От своих детей, от своих домашних животных, от просмотра нового каталога, от просмотра нового фильма, от прослушивания любимой вами книги. Просто поддерживайте себе этот драйв, поддерживайте себе этот позитив и эти эмоции, тогда у вас непременно все получится. И в нашем бизнесе, и просто по жизни вы поймете, как она меняется все в лучшую и в лучшую сторону. Лена написала, что посмотрела. Молодец, Лена, смотрите все. Очень много фраз, вот таких и не только, очень много мотивирующих фильмов фраз. Просто посмотрите, я уверена, вы все проникнете в эти фильмы. Вот на такой немного вдохновляющей ноте я заканчиваю свое выступление. Желаю вам отличного дня, продуктивного и просто будьте счастливы. Всем пока-пока.